И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Лаптер ЖСП Фрост. И сегодня вышла новая часть, а именно вторая часть по теме радужного бота. Поехали! А перед продолжением просмотра прошу вас зайти на мой сервер Discord. Он был создан специально для вас, подписчиков. На сервере есть DJ-бот и много еще других ботов. Присутствует система Level Off. Отличное оформление чатов и отзывчивые пользователи никогда не дадут вам заскучать. Также у нас проходит набор модератора. Если ты считаешь себя самым крутым на районе, смело подавай заявку модератора. Мы ждем именно тебя. Итак, мы уже в Дискорде. Для начала нам нужно добавить бота, естественно. Переходим по ссылочке в описании и попадаем вот на этот сайт. Как вы видите, вот этот сайт. Как всегда, выбираем сервер. Именно тест. Авторизовать. Я не робот. Отлично, все готово. Переходим в Дискорд. Итак, мы попали каким-то образом в Дискорд. Здесь нас встречает Ghostplay R4. То есть R3, извините. Как всегда, настройки сервера, роли, создаем две роли. Одну, вторую. Самая верхняя должна быть для бота. Например, бот. Пусть будет бот. Для нас пусть будет Васа. Мне как-то пофиг. Роль бота мы должны сделать, чтобы у него были абсолютно все права на сервере. Пока я это говорил, я, наверное, смогу уже проставить все галочки. Да, я успел. Какой я молодец. Так, теперь закрываем эту дичь. Выдаем боту самую главную роль на сервере, а именно бот. Это очень жестко. А нам выдаем роль под названием Васа. Пишем сюда доллар мультиколор число и Васа. Итак, все работает. Брависсимо. Заходим на мой сервер в Дискорде. Здесь очень круто. Ссылочка на приглашение в описании. Вообще, тут все вах у нас. Уже здесь очень много человек, как видите. Онлайн тоже нормальный. У меня проводится набор модераторы, так что залетайте. Все вах будет. Кому я помог, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оценивайте ролик лайком или дизлайком. Мне кажется, здесь только лайки можно поставить. Ну, в общем, ставьте колокольчики там, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока.